Всем привет, дорогие ребята, с вами Тимур, и вы слышите отель Лион, он здесь будет сейчас. Я хотел рассказать минусы и плюсы СТС. Расскажу про два сериала. Первый — это «Воронины», ужасный просто сериал для маленьких отбитых мальчиков и все в этом роде. Отель Лион нормальный, и я люблю смотреть, вот. Даже прикольное. Какой-то мужик жрет там траву, ну окей. Но не в этом важно. Так, и еще хотел рассказать то, что меня скоро... Ну, меня будет, но я скоро уеду там в деревню, и записывать ролики я не смогу. И так получается, через месяц, через 3 недели, где так. Но ждите с новым качеством. Ну, не новым качеством. Я скоро придет мой штатив и микрофон. И вы услышите новый звук. Наверное, так. Слушайте. Я отошел. Может быть, я на такси? Может. Пиджак.